Всем, кто смотрел предыдущий ролик, вот такая вот тема получилась. Компьютер у меня кипел и взрывался, и перезагружался. Короче, не... хотелось бы очень показать вам весь процесс, но давайте как-то укорочено, да? Вот есть результат, вот есть небо. Это вот задняя плашка, вот так вот выглядит. Это задний фон. Как нарисовать все это дело в ZBrush, есть ролик, я выложу под этим роликом. Вот есть остров, есть на нем трава, это тоже текстура. Есть скалы вот такого качества, потому что именно, ну, очень тяжеловато для моего ноута. И вот такое, ну, примитивное море. Такая вот текстурка простенькая, ну, не знаю, радужная, красиво. Здесь вот можно еще поставить вот эту часть. Сейчас я вам покажу именно так. Семерка на нампаде. Shift D. И вот это все дело. Так, вот так вот отводим. И немножко перекручиваем именно транспозом. Вот для чего это все делалось. Вот такая штука. Select Box. И вот теперь вы когда заходите вот в эту штуку, получается, вы находитесь вот полностью как в окружении. Здесь можно что-то снимать такое классное, корабли пускать. Вот небо, море и так далее. Если вы выберете вот этот фон, так, вот этот фон и через Shift вот этот фон, делаете S, увеличиваете это все дело. И вот берете море тоже S. Тоже увеличиваете, допустим. И вот сюда теперь полноценно можно зайти. И вот что-то здесь делать. Вы видите, что можно снимать мультфильм, добавить освещение, сделать полностью, ну, студию для съемки. Здесь можно сделать еще острова, сделать остров побольше, больше каких-то мест, там жилье, допустим. Ну, вот Робинзон Крузо, если снимать ролик, какой-то мультфильм делать, можно здесь поставить его дом, там поставить скалы, леса и так далее. Ну вот такая вот получилась студия. Так, что еще хотел рассказать. Так, как, в какой программе я делал вот эти текстуры? Я их делал и в ZBrush, и делал в Moodbox. В Moodbox мне нравится, это все делается там очень просто. Опять же, смотрите, именно есть ролики Moodbox, ZBrush, 3D Quad и Blender. Называются «Проецируем и красим». Я ссылки на них выложу, чтобы вы посмотрели. Так, ну и как все это здесь выглядит? Вот не стал я пока другого болвана делать. Еще ветку надо сделать. Это я, как обещал, постараюсь. И какого-нибудь лесоруба, такое механическая рука, механическая нога, и вот он будет это дерево рубить именно здесь вот в центре, а там будет такой типа маленький лес вдали. Так, ну вот я пока сюда болвана поместил, и вот 0 на нампаде, вот такой вот прикольный теперь вид. Единственное, что болван у меня не раскрашен. Ну так все это дело выглядит. Так, ну что, пусть он немножко прыгнет. Play. И вот болван здесь совершает какие-то вот движения, можно ускорять, можно делать какие-то события. Ну, словом, вот уже место именно для развития какой-то истории. Также можно наложить озвучку, сделать крупные планы, сделать мелкие планы. Ну, короче, сделать несколько камер с разных сторон, чтобы они следили за персонажем. Вот, допустим, он отсюда идет, здесь у него какая-то история, процесс, потом он доходит до этого камня, возможно, там встречает какого-нибудь тигра или скорпиона, тут идет на саблях махач, ну, словом, шедеврально. Так, давайте в Moodbox еще зайдем, я покажу, как все это делается. Так, вот есть такой вот остров. Через Alt все здесь работает. Так, переключиться на английский язык обязательно, иначе кнопки не работают.
И вот так вот выглядит именно остров после раскраски. Вот такая вот здесь трава прикольная, такие скалы. Можно красить именно кистью. Выбираете здесь вот цвет, ну не знаю, допустим, красный. Можно вот красным подкрасить где-то кровь, там животное убитое, там, ну не знаю, возможности. Так, Дон, если вам нужно вот эту траву сделать, то здесь вы уже подгружаете Add Stencil и нажимаете вот именно ту картинку с зеленью, которая вам нужна, текстурку. Теперь переключайтесь в Projection и выбирайте эту текстурку. Вот она проецируется, и вы вот красите B. Английская левая кнопка мыши делает кисть побольше. Вот так вот все вы это дело закрашиваете. Другая трава, более такая темная. Любой ландшафт, хоть земли, хоть пустыня, земля высохшая, как в Ранго. Да что угодно, короче, фантазируйте. Так, что еще? Если вам нужно уменьшить интенсивность, это клавиша M и опять же левая кнопка мыши. Вот серединка, вы видите? Сопля такая выдвигается, вот она это все дело делает. Вот теперь можно понемножку где-то наносить. Так, картинку уменьшить, это S. Перекрутить левая кнопка мыши, уменьшить, увеличить, это правая кнопка мыши с зажатой S. Вот можете вот такую траву делать. Ну, словом, вот здесь у меня все работает. Шикарная получилась именно раскраска в ZBrush. Но там при проецировании получается, что у меня текстура вся ломаная, черные пятна, все там перемешано почему-то. Ну, вот я пошел именно в Moodbox. Здесь меньше геморроя, и она автоматически все делает. И подходит именно для Blender. Ну, еще немножко в Blender вернемся, посмотрим сверху, как это все выглядит. Вот такая вот студия получилась. Еще можно сделать, это я уже покажу в следующем ролике, сделать купол. А под куполом будет именно звезды, небо. И будет так все темно, и свет будет такой чуть приглушенный, типа ночь. Ну, короче, поэкспериментируем. Фантазии, мечты. Но компьютер у меня реально, мужики, чуть не рвануло. Я думал, я его уже все в ремонт понесу. Не выдержал. Тут и глючил, и пыхтел. Ну вот такое он все-таки создал. Хотелось бы проработанные скалы, еще каких-то деталей. Но боюсь, он уже не выдержит. Я еще удивляюсь, как вот это он крутится. Глючил по-страшному. Ну все, всем пока, до свидания. Вот такой короткий ролик. И все вопросы пишите под роликом, что мое железо сможет сделать, я постараюсь это все дело выдать. Все, давайте, до свидания.